Ремонт в хирургическом корпусе Одинцовской областной больницы начался в мае 2021 года и скоро будет завершен. Ход ремонтных работ проинспектировали областные и муниципальные депутаты. Работы идут полным ходом, уже виден большой прогресс, и до конца года первый этаж будет сдан, и в начале января уже первые пациенты смогут здесь получать медицинскую помощь, проходить обследование и, в общем, будет работать как положено. Вот. А второй этаж, соответственно, несколькими месяцами позже будет также сдан и введен в эксплуатацию. Поэтому работы идут полным ходом. Осуществляется региональная программа, финансируется областным Минздравом. Денег хватает, строителей хватает, поэтому уверен, что через месяц мы уже сможем прийти сюда перерезать ленточку. В настоящий момент в помещении идут отделочные работы. Строители используют специальные материалы, предназначенные для медицинских учреждений. Все материалы, все инженерные системы, все решения, те, которые, в общем-то, отвечают всем требованиям и стандартам современного предоставления медицинских услуг, медицинской помощи, все здесь как положено. После ремонта хирургического отделения врачи будут оказывать пациентам помощь в удобных помещениях, оборудованных по самому последнему слову техники. Тщательно продуман процесс приема и регистрации поступающих больных. А где будет приемная, зал ожидания, где принимают от острых больных? Или сразу прям в палату? Там же идет регистрация. Регистратура будет у нас находиться там. Да. Угу. Зарегистрировались и поступили. Понятно. Лежачие сразу в лежачее положение, те, кто могут сидеть в сидячем положении. Понятно. 4 палаты для экстренно принятых пациентов, душевые, отдельные смотровые кабинеты. Хирургический корпус, самый большой и главный в Одинцовской больнице, будет полностью обновлен. В нем будет комфортно как работать, так и лечиться. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцов».